С 1 мая жители многоквартирных домов за вывоз мусора вместо 210 рублей теперь будут платить на 20 рублей с человека больше, чуть более 231 рубля, а жители частного фонда более 243 рублей. Таким образом, услуга подорожала на 9,7%. Как отметили в САХе, по российскому законодательству организация вывоза бытовых отходов не относится к коммунальным услугам. Эта услуга жилищная, потому она не регулируется государством. Одним словом, тарифы вправе устанавливать сама организация, которая занимается вывозом мусора. На протяжении более 2,5 лет на нашем предприятии не повышался тариф. Настал момент, когда мы просто-напросто без этого не сможем выжить. Учитывая, что вывоз продолжается за пределы города Сочи, за городом Сочи закреплен полигон город Белореченск постановлением губернатора, расстояние туда 350 километров, на самом деле это дорогостоящее мероприятие. Расходы предприятия за последние годы значительно выросли, рассказали в САХе. Это связано с увеличением цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и прочие расходы. Поэтому и было принято решение повысить тариф на вывоз ТБО. В САХе напомнили, что жители города через свои управляющие компании или ТСЖ могут оборудовать на своей территории собственные контейнерные площадки и платить за вывоз мусора по факту его накопления. Это позволит жильцам оптимизировать расходы.